меня в лагере! Не-не-не-не-не-не. Нет. Серьезно? Что сейчас было? Ребят, насчет ежедневных влогов. Мы сейчас не можем делать видосы, ну, в общем, каждый день, как я хотел, планировал. Не получается. В общем, что мы сейчас делаем? Мы идем на фестиваль красок. Катя там ни разу не была. Вот хоть посмотрит, что это такое. Очень много кто фоткается. Вообще-то я не такого ожидала. Лера! В общем, мы забрали сходку, по-моему. Там гоняются, я не знаю зачем, но гоняются. Ты что здесь делаешь? Меня догнали. Просто меня увели в лес. В лес. О, ну тут хоть немного потише. Да. Можно устроить пикник. Да. У меня есть плед. Что с моим рюкзаком? Как это потом отстирывать? А Лера, у меня проблема. Какая? О боже. Вот и у меня так же было, вот у меня была жизнь. Я не мог его открыть. Вот видите, я умею одним глазом пакать, вторым нет. Короче, за мной погнались подписчики. Мне в глаза зафигачили много краски. И одна линза сейчас не может встать на место. От этого я плачу. И это очень страшно. У тебя бирюзовая слеза. Да, серьезно? Это редкость. Ой, реально у тебя слеза. У тебя слеза прям это покрасилась. Ты идеально, мам. Это особенное. Ты плачешь цветами. Смотри, что он делает. Валер, не сломайся. Кукуша. Да. Дядь Саня, привет. Может, я тоже передам? Приезжай. Привет, дядь Саня. Давайте Саньку все привет передадим. Привет. Саня Ван Лайф. Что ему пожелаем? Саня Ван Лайф, удачи. Еще. Чтобы над ним еще один пранк сделали и в лесу привязали. Ну это я устрою. Что? Видео попросить сними. Отомстить Саньке. Саня! А вы хотите, чтобы он в Краснодар уехал? Нет. Нет? А он хочет. Какой у тебя канал? Перец и Клюгер. Я на тебя подпишусь. Валерий! Ой, спасибо! Давай. Можно я просто буду сзади? Тут происходит какой-то трэш, ребята. Вот просто трэш, трэшовый трэш. Она врет! Сходка, это целая сходка! Мы просто пришли на фестиваль красок и на нас нагнали. А все просто налетели. Сходка. Короче говоря, мы потеряли Катю. Ее украли. Мы идем ее искать, но мы ее уже и так долго очень ищем. Очень долго. Передаю привет Лере Котик. Лера, привет. Тает лёд, по себе не всегда не найдёт. Мы проводим подождём, и сегодня мы только вдвоём. Между нами тает лёд. Тут наша подписчица не отпускает, точнее Катю не отпускает. Я, походу, её больше не увижу. Скажите все пока. Чио ям. Пока, чио ям. Ну вы сами все видели, мы до сих пор не можем отойти кое-как. А, даже подписчики за нами бегали, следили. Эмоции через край, честно.
Но я так устал, что нет их на моем лице, но они все внутри, поверьте мне. Ну, в общем-то, мы просто хотели прийти на фестиваль красок и просто побеситься там, я не знаю, побросаться краской. Мы даже краску одну купили. Там говорили то, что на входе есть охрана, которая забирала краски свои. Но нас она не спалила. Мы просто прошли, мы не видели никакую охрану, но с нами была краска. Но дело не в этом. Стоило только зайти туда, так все просто налетели, там вообще перец, чил, можно сфоткаться. Это просто, на самом деле, просто огромный заряд энергии принес, и это просто круто.